Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический пистолет Crossman 77 Pro Kit. Пистолет отличается богатой комплектацией. Внутри упаковки нас ждут специальные очки для стрельбы, 350 стальных шариков, два фирменных баллончика с газом CO2 и сам пистолет. Внешне модель повторяет пистолет Walther модификации P99. Стреляет он стальными шариками калибром 4,5 мм. Максимальная скорость вылета пули, заявленная производителем, составляет 99 метров в секунду. В пистолете реализована функция blowback, то есть во время стрельбы двигается затвор. Перед первым выстрелом его необходимо передернуть. Затвор пистолета выполнен из силумина. Курок, спусковой крючок, ствол и большая часть внутренних деталей выполнены из стали. Рамка пистолета и накладки на рукояти изготовлены из пластика. На щечках рукояти имеются насечки для более уверенного удержания пистолета в руках. На задней части корпуса находится флажковый предохранитель. В качестве прицельного приспособления используется открытый прицел, это мушка и целик. Спереди на корпусе снизу присутствует планка Picatinny, на которую возможно одеть лазерный целеуказатель или тактический фонарик. Одного баллона хватает на 70-80 выстрелов. Давайте перейдем к испытаниям. Приобрести пистолет Crossman Pro 77 Kit вы можете в нашем магазине. Ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».